to keep close to the usual techniques, the old techniques. And if you see some of the jiu-jitsu guys jumping up and down and with the legs and I don't know what, it never works. Not in a fight and certainly not in a street fight. От 60, говорит, лет, говорит, моего, говорит, преподавания, говорит, вообще, говорит, моего нахождения в дзюдо, оно привело меня все-таки к мысли о том, что правильная техника должна быть близкая к тем базовым техникам, которые когда-то были в старые времена. Вот эти вот все новые техники, там, какими-то невероятными там, балетными прыжками и всем остальным, они не работают, и не работают хорошо, особенно на улице. Just the basic techniques. Базовая техника, говорит, очень, она говорит, работает, говорит, всегда. I felt from the old techniques, just the round circle with throwing, but also the round circle for groundwork. Говорит, есть то, что говорит, у меня, говорит, я вынес, говорит, круговая работа в стойке и круговая работа в партере. So the third one is here, and I see many, many mistakes. Смотрите, говорит, первое, говорит, что, говорит, да, захват за руку, и, говорит, вот здесь вот, говорит, как бы тоже, говорит, не сделать, говорит, ошибки. When you just take the first basic movement on the ground, in case of katana, here, if you do this, and you hold here, he can get out very easy. Смотрите, говорит, захват, да, начинаем все, говорит, захвата. С правильного захвата. Говорит, если, говорит, вот так вот, говорит, возьмете, говорит, потянется, и, говорит, он, говорит, вырвется. Поворачивается. И, говорит, начнет поворачиваться и сбежит от меня. Говорит, вылезай. Так, говорит, вы, говорит, его не удержите никогда. Это не точка контроля. Found out, and they took pictures of that in the Kodokan. Kodokan, they сделали, говорит, фотографию, говорит, то, что я, говорит, нашел, говорит. Around 1960, примерно, говорит, в 60-м году. 55 years ago. Почти, говорит, 55 лет назад. Here, one, and hold here. This is too long. Вот, говорит, замок, говорит, который, говорит, не даст, говорит, вытащить руки. You have here. Round circle. You have the same round circle here between your. Где у вас, говорит, круглые соединения костяшки, говорит, вот они здесь, говорит, на локте и на здесь на бедре. So I lock them here. Говорит, я, говорит, раз, говорит, его, говорит, закрыл, говорит. И, говорит, второй, говорит, замок, говорит, там, говорит, внизу. Now he's got a difficult time. Вот теперь, говорит, ему, говорит, вылезти, говорит, уже будет, говорит, намного, говорит, тяжелее. Just hold him here and lock him here. When he finally, you know, you have some very strong guys. У нас, говорит, есть, говорит, среди, говорит, нас, говорит, очень, говорит, крепкие ребята. Юрий, Ханчи. Юра, говорит, например, говорит, Ханчи. Very difficult to hold. Говорит, его, говорит, очень сложно удержать. But as soon as he put his arm out, so you turn around, put your arm. Говорит, ну, говорит, как только, говорит, он попытается руку, говорит, вытащить, говорит, нужно, говорит, обойти, говорит, его вокруг и схватить. И грудь, грудью прижать его. Говорит, не залазьте, говорит, туда, куда-то там, это будет ошибка. Вот, говорит, и грудь четко, говорит, ложится на его грудь. And lay your elbow. Against your guy. Локоть уходит вниз и прижимается коленом. So that he cannot get his arm out. Он, говорит, вот эту правую руку он еще сейчас никуда, говорит, не вытащит. Put the other arm around
Ты можешь сделать, пытаться захватить ногу, я говорит, не дам тебе это сделать. Я же моим. Вот, ты просто говорит, лягу, говорит, своим весом. When he is really working and trying and almost getting out. Говорит, если говорит, будет очень стараться, говорит, ну, говорит, почти говорит, вылезет, говорит. Говорит, тогда, говорит, я говорит, буду уже делать, говорит, завершать, говорит, технику буду. Болевой, говорит, который пройдет по челюсти. Говорит, как только, говорит, я, говорит, как только, говорит, я, говорит, прижму, говорит, ему челюсть, его уже, говорит, тело двигаться никуда не будет. Можете мне поверить. Главное, говорит, давите хорошо. По носу тоже, говорит, хорошо, говорит, пройдет. Говорит, попробуй, говорит, куда-нибудь пошевелиться, когда тебя там прижато не хочется, да, Dojo in Amsterdam. I trained Willem Luska and I had him in 1 year from Orlandsville to second dan and European of Dutch champion. Когда-то говорит чемпиона Голландии Willem Luska, говорит, я говорит, вот обучил говорит этой технике, говорит, мы подняли говорит его говорит за год с оранжевого пояса, говорит, до чемпиона. I still could hold him down first one year and here. Смотрите, где, говорит, точки, говорит, контроля, говорит, куда, говорит, не нужно нажать, говорит, и человеку, говорит, уже, говорит, будет очень неприятно, говорит, избежать не получится. Ну что, говорит, он, говорит, на вас, говорит, лежит, говорит, 100, говорит, 103 килограмма, говорит, сверху, делают вам больно, бежать не получится. Повернулись, говорит. Обязательно, говорит, я, говорит, лежу, говорит, их ребрами закрываю лицо, давление на лицо, и ребрами перекрываю кислород и делаю ему больно. So that if he wants to get away, если захочет отсюда как-то вылезти, просто, говорит, делаете, говорит, толкаете, говорит, ему ребра вниз, татами, говорит, через его лицо. Говорит, некоторые, говорит, очень, говорит, умники, говорит, начинают, говорит, и скажут, что они должны колено меня достать. Колено. Это уже можно не переводить, это и так все видят, что можно сделать с одним умником. Говорит, некуда, говорит, да, не принимаем кислород, говорит, ему не даем дышать. И, говорит, подбородком, говорит, продавливаем, говорит, дальше. Put your knees against your elbows. Ваши, говорит, колени, говорит, он не будет сейчас заминать, говорит, а так, говорит, в принципе, говорит, колени просто встают на локте. Put your belly on his face. А животом, говорит, мы лежим на его лице и не даем ему дышать. If he doesn't want to fight, говорит, если, говорит, когда-то ему, говорит, обязательно, говорит, захочется. Говорит, просто, говорит, захотелось, говорит, вот, говорит, мы, говорит, его немножко пощекочем подбородком. Все, говорит, будет хорошо. If he almost gets away, turn around. Опять, говорит, он попытается лежать. On his head. Полежим на голове у него. And put his arm. А самое главное, говорит, смотрите, мы, говорит, забрали, говорит, сейчас, говорит, руку. Рука, говорит, ушла, говорит, у меня между моими ногами. And it hurts him more than it hurts. И здесь, говорит, очень будет больно, говорит, потому что колено, говорит, мое давит. Hurts me more than it hurts him. Сейчас, говорит, извините, говорит, я, говорит, в таком же состоянии, что, говорит, сейчас, говорит, мне больнее, чем ему. The shoulder is not around anymore, but it is. Плечо, говорит, у меня, к сожалению, говорит, уже, говорит, не круглое, как я вам рассказываю, как должно быть. У нормальных глаз. Сейчас, говорит, я, говорит, извините, говорит, ребята, 82 года, с протезом уже, говорит, не болит. А сейчас, говорит, я просто, говорит, лежу, говорит, мне больно, я вспоминаю хорошие времена. Алёша очень там не нравится. And I'm laying with my ribs on him, see?
а наша лежит и терпит. So, from here on, you put this down, Catherine, hold us here. Говорит, сама, говорит, не отпускайте, говорит, рука должна быть на контроле. А там, говорит, я, говорит, на той руке я уже коленями стою. Не надо никуда, говорит, тянуть, ничего не делать. Вот, говорит, я, говорит, сижу, говорит. Now I have to take it easy because this is all screwed. Так, говорит, еще, говорит, хорошо, говорит, вот так, говорит. And I put it here. So, and sit down. Put his head up and choke him. И за конца уже задушили. And of course you can turn around. Now, if you see in America the mixed martial arts, you always see that they're sitting here, so and they're holding their arm. Что, говорит, мы видим, говорит, в ММА, говорит, в Америке, да? Там очень крепкие ребята, руку двигают. И вы видите, как здесь тянут и тянут. Which is very stupid. Это, говорит, глупо, просто глупо. Because use your technique. Put your используйте вашу технику. Leg around his face. Ногу на лицо. Really hold it. Просто подержите за руку. Just let them go. For 2 centimeters. 2 секунды. That's all. Не нужно, говорит, упираться и тянуть. Туда, отдать вперед и назад. Really old, still. Держи крепко. Очень крепко. If I can do it with my all screwed up body. Поверьте, говорит, если, говорит, я, говорит, могу, говорит, сделать, говорит, со своим, говорит, разрушенным телом это. For 40 or 50 years. Мне даже 40 или 50 лет. Can do it also. What's it?